В моей башке снова информационный кризис. Где ума набраться, посмотрю-ка телевизор. Идеологическим говном забивают нам мозги телевидение и государственные СМИ. А ну ладно, поглядим, такие вот Александра Верков в контурах своих отчетов снова наковеркал. Средняя зарплата выросла опять. Пиздяты не краснеют, а на людей насрать. 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 ОНТ, позитивный мрак в нашей стране. ОНТ, позитивный мрак в моей голове. Сегодня торжественно, а каждый работник вышел добровольно на голимый субботник. Насадили саженцев, постригли кусты. Всем, кто раньше времени ушел, валили пизды. За последний год так сильно вырос ВВП, нам сразу стало легче жить в Октябрьском ГП. В секте БСМ пополнились ряды новыми зомби. Запишись и ты, запишись и ты, запишись и ты, запишись и ты, запишись и ты. ОНТ, позитивный мрак в нашей стране. ОНТ, позитивный мрак в твоей голове. Хочешь на работу, подпиши договор. В армию уже не берут дураков. Действует принцип одного окна. Смиренным рабам милость президента. Из Беларуси новости, блять, все по совести. Новости из Европы, ссылка нам до жопы. Мы тут народились и застанемся тут. Все на баррикады, живе Беларусь. ОНТ освещает мрак в нашей стране. ОНТ, я не доверяю этой фигне. ОНТ, позитивный враг в нашей стране. ОНТ, позитивный враг в моей голове.